это меняет всю судьбу полностью, наделяет силой человека. Отношение со святостью все меняет, наделяет огромным могуществом силы человека. Это не помогает. Это по-другому называется. Называется жизнь и душа человека. Жизнь. Меняет самая жизнь. Святой человек — это жизнь и душа человека. Его любовь, его вера, его сила. Через близкие отношения можно приобрести качество. Через очень близкие отношения. Допустим, вы когда вопрос сейчас задали, я увидел в сердце вашу искренность. Я хочу с вашей искренностью строить близкие отношения, потому что мне она нравится. И она перетекет ко мне в руку. Ваш вопрос очень, спасибо, очень правильный. Качество характера – это энергия Бога. Господь – личность, и Он передает себя только через личности. Пытайтесь это понять. Сейчас объясню. У Бога… Контакт непосредственно. Молиться – что значит? Рабание – какие-то слова? И лоб отшибать от Бога. Что вы имеете? А как, что значит молитва для вас? Богу? А Богу, вы знаете, кто такой Бог? Как вы к нему обратились? Не знаете, а как вы к нему обратились? Господи, если ты есть, дай мне счастье, если оно есть. Это говорят, что Господь передается, Он лишил нас своего близкого отношения. Почему мы здесь наказаны? Мы лишенные Бога здесь. Поэтому здесь Его не видно. Больше того, в нашем сердце есть протест, что Он есть. Когда слово «Бог» произносится, у всех сердце возникает. Чек. Или протест в сердце возникает. Это естественная вещь, потому что есть тайна. Что такое тайна? Знаете, почему ковбой Джонни Уланим неуловимый? Знаете почему? Потому что он никому не нужен. Да? Поэтому он неуловимый. Точно так же и Господь, Он не присутствует здесь по той причине, что есть сила, которая в нашем сердце не хочет и с Ним иметь никаких дел. Есть такая сила у нас. У каждого человека, кто рождается. А вот аскеза заключается в том, чтобы эту силу в себе победить. Эту силу в себе победить надо, понимаете? Потому что это очевидно же, что хорошие черты характера перетекают от одного человека к другому в результате близких отношений. С кем поведешься, того и наберешься. Мы же знаем, что люди пожили 5 вместе, они похожими стали. Это же естественно. Но почему бы никогда не близкие отношения строить с тем, кто очистит всю твою жизнь? Почему бы с ним не строить близкие отношения? А? Почему? Потому что у нас нет знаний Бога. Мы не знаем. Бог – личность. И все качества характера принадлежит высшей личности. Как солнце, вся энергия света принадлежит солнцу. Все искорки – это энергия солнца. Точно так же качество характера – это искорки души. Они все принадлежат солнцу. Богу, Бог – личность. Поэтому передается качество характера только через личности. Потому что только душа может в себе божественное качество характера иметь или не иметь. Если ты общаешься с личностью, то ты
ты через личность только Бога можешь почувствовать. В этом методе. У вас никогда не было протеста в сердце. Я сейчас вам легко докажу, что был. Да? Хотите? Я сейчас думаю, как это сделать проще. Всегда в жизни все принимали, что с вами происходит. Вот и все, это и есть. Но Бог это же не то, что кто на небе сидит. Бог это тот, кто связан с нашей жизнью. Сейчас слушайте, слушайте. Бог это тот, кто связан с нашей жизнью. Он очень близко связан, потому что он находится прямо в сердце. Все события, которые происходят в жизни человека, они санкционированы Богом. Если событие произошло, против этого. Вот я вижу в течение года уже, не меньше, как год. И больше, чем год назад в вашей жизни произошло событие, которое вас перевернуло, вы были против сильно. Какое-то тяжелое событие. Не так давно произошло. Нет? Я так чувствую, что-то какое-то неприятное что-то происходит. Ну да, да. Но вы были против? Сначала же было тяжело. Смотрите, если человек... Веды говорят, есть люди да, есть люди нет. Люди да, это святые люди уже все. Когда человек всегда принимает судьбу, это значит, что он всегда согласен с Богом. Если человек сопротивляется событию, значит, он человек нет, не согласен с Богом. Это и есть протест против Бога. Можете к личности к Богу относиться хорошо, но вы, допустим, не до конца можете понимать, насколько сильно Он связан с моей жизнью. Но если вы реально можете всегда принимать все, что происходит, тогда в вашей жизни не будет ни потерь, ни разочарований, ни страданий, ни печали, ни неудач. Вы будете всегда побеждать все, что бы ни происходило. Будем защищены Богом полностью. Потому что мы не защищены только по одной причине, что мы сами отказываемся от этой защиты. Не принимая поступки, события, которые есть. События. Надо принимать. Даже простой пример. Когда, допустим, очень сильный мороз, надо принять мороз, чтобы не заболеть. Когда сильная жара, надо принять жару, чтобы не заболеть. Каждое явление природы надо благодарно принимать. Ну да. Движемся дальше. Изучаем дальше. И Пикет говорит. Мы говорим с вами тему совести и отношений с Богом. Нет такого крепкого и здорового тела, которое никогда бы не болело. Нет таких богатств, которые бы не пропадали. Нет такой высокой власти, под которую бы не подкапывались. Все это тленно и скоро приходящее. Человек, продолжающий, положивший свою жизнь во всем этом, всегда будет беспокоиться, бояться, огорчаться и страдать. Он никогда не достигнет того, чего желает, и впадет в то самое, чего хочет избегнуть. Так, здесь перечислены вещи, которые уничтожают жизнь и счастье человека. Как это происходит, я вам сейчас расскажу. Первое. Хочу быть здоровым. Если вы в своей квартире лягте на пол, кричите, выполняйте правильно движения. Век на месте, то и изнеможение. Видите, он смеялся над этим Иисусом. Зарядка это хорошо? Очень хорошо. Но некоторые люди начинают поклоняться здоровью.
Я сейчас вам объясню механизм, который разрушает их жизнь. Поклонение, энергия поклонения, она имеет бесконечную природу. Она не может никогда останавливаться. Если человек верит в здоровье, дальше запускается следующий механизм. Допустим, я решил поголодать. Поголодал один день, получилось. Дальше я верю в голодание. Что я дальше буду делать? Голодать 2 дня. Но невозможно остановиться, потому что я верю в голодание, понимаете? Мне поможет, потому что мне помогло уже один раз. Дальше что я буду делать? Голодать 2, потом 3, потом 40, да. Потом что со мной произойдет? Надлом произойдет. Дальше, если я верю в мочу, что я буду делать? Нет, не пить, пить больше мочи. Дальше, если я верю в наклоны, больше и больше. Если я верю в прорубь, вот это вот я, то, что я могу вам рассказать. Это то, что через я прошел, по крайней мере, через голодание и прорубь. Когда мне было где-то 15 или 16 лет, я прочитал у Поль Брега «Голодание». Он верил в голодание очень сильно. Я поверил в голодание. Я начал голодать. Сначала 1 день, потом 2, потом 3. Я довел себя до такого состояния, что у меня психика постоянно думала о еде, даже ночью. Думала пищи. И потом постепенно боль моя начала таять. У меня сильная боль была с детства, но она начала таять. Она тает, тает. Я довел себя до такого состояния, вот я как сейчас помню этот день. Я заходил на кухню, потому что я сильно хотел кушать. Я ел, так как я сильно хотел не кушать параллельно. Я заходил в туалет, 2 пальца в рот и рвал. Потом опять заходил кушать, ел и опять в туалет. Так несколько раз. И потом я понял, что желание кушать меня победило. И начал жрать. Да, согласен, но я это все делал, я изучал свою психику. Я изучал, могу победить желание или нет, или желание меня победить. Я понял, что я не могу победить желание свое. Я принял, что это не способ вообще решать. И с холодной прорубью было не так. Мне не было такого, что я, ну, как бы перемерз там. Я купался в проруби. Сначала раз в неделю, потом каждый день. Потом Бог мне показал интересную вещь. Меня постепенно начали почему-то побаливать суставы и позвоночник. Я начал просыпаться в познобе. Правильно, признаки истощения почки, первый ласточек. Но я в Тольятти встречался с одним человеком, и он был настоящим, ну, поклонником проруби. Он верил в прорубь. И летом, когда не было проруби, он умер от инфаркта, тяжелейшего инфаркта. Почему? Потому что его сосудистая система, она не могла жить уже в жару. Она хотела всегда только холод. Привык к холоду, и он перегрелся просто. У него был инфаркт. Но это был здоровый человек, лет 45. Где-то он был сильный человек очень. Но хваляком таком был, проруби, хваляком проруби. Все. Он погиб от своей мечты, от своей вот этой идеи. И эта идея означает здоровье. Смотрите, как это работает во всех направлениях, я вам сейчас расскажу. Если девушка сильно хочет похудеть, что с ней произойдет в конечном счете? Станет толстой. Слышали, да, что я сказал? Как это происходит, я сейчас объясню. У нас в психике есть такая функция, называется эгоизм. И эгоизм, куда он направляется, туда направляется и сила человеческая. Вот, допустим, эгоизм, он концентрируется на жировой ткани. Хочу похудеть, да? Эгоизм концентрируется на жировой ткани. Что происходит?
Туда начинает стекаться психическая энергия. Там увеличивается обмен веществ, и человеку все больше и больше сил нужно, чтобы худеть. Вот он чуть-чуть поел и сразу поправился. Почему? Потому что там много энергии в этом месте. Понимаете, да? Теперь, девушка, допустим, постоянно думает о лице. И она его мажет. И так как туда эгоизм концентрируется, то лицо начинает становиться очень чувствительным. Малейший лучик солнца не так, и у нее там что-то сразу пошло высыпать. Почему? Потому что она постоянно о нем думает. Ей надо все больше и больше средств прилагать для того, чтобы лицо не страдало. Теперь мужчина постоянно думает о сексе. Результат какой? Результаты. Понятно, система тут работает. Потому что там скапливается энергия, половые органы перегреваются, начинается преждевременное семяизвержение, понеслась. Вот это. Полной победы пролетариата. А если мантру постоянно повторять, тот же самый механизм сработает? А вот здесь уже все наоборот. Когда человек концентрируется на материальном счастье, он уничтожает сам себя. Когда человек концентрируется на духовном, чем больше он концентрируется, тем сильнее он получает бесконечное счастье и радость. Потому что наша природа не материя, а душа. Чем больше духовного в нашей жизни, тем больше победы. И чем больше мы об этом думаем, тем больше. И поэтому духовная жадность является важнейшим качеством человека. Если человек обрел духовную жадность, жадность для духовной жизни, то это и есть победа над судьбой. То есть человек может быть жадным, но духовно жадным. Но это же мантра. А? Это же просто мантра. Мантра — это не просто мантра. Имена Бога, они обладают длительность свойства. Когда человек постигает их глубину, то каждое имя Бога приводит его сердце в состояние глубочайшего счастья. Это невозможно писать слова. Волосы дыбом стоят под счастье. Это не просто так. Мы не будем сейчас про мантры, потому что здесь люди разных духовных проблем. Я имею в сердце очень глубокую веру в то, что мы должны иметь очень глубокий дар в отношении религиозных традиций разных и любить, уважать веру разных людей. Нравственные беседы не имеют ничего общего с конкретным конфессиональным направлением. Так, они в какой точке этот механизм переворачивается? Здесь вы говорите, идет привязка и отражение, а когда духовно, здесь у вас что-то. В какой точке? В точке души. Смотрите, когда душа привязывается к телу, то это приводит ее к страданию. Когда душа привязывается к духовному, это приводит ее к победе. Ну, то есть, допустим, вот я вам перечисляю, есть разные отношения с миром. Есть тело, есть тонкое тело, и есть внешний мир материальный. Здесь все это перечислено. Смотрите, нет такого крепкого и здорового тела, которое бы не приводило к болезням. Человек, который верит в тело, попадает в то самое, чего хочет избегнуть. Вот смотрите, механизм, пытайтесь его понять. У меня была такая лекция в Москве, которая как раз так и называлась, что чего хочешь, того и не получишь. И я всю лекцию об этом читал. Я рассказывал вот эти все примеры, как девушка сильно хочет выйти замуж. Какие процессы происходят? Она становится бледной, худеет. Она, когда видит молодого человека, сразу привязывается к тому, что он, ну, как бы на нее обратил внимание. А молодые люди, когда они видят, что девушки, ну, так раз, реагируют быстро, им это неинтересно, они сразу мое. Потому что им надо, чтобы их замечали, чтобы им нужно цариться. Молодому человеку нужна царица, а не просто там фигня какая-то. Раз я обратил внимание.
Рица, она же отворачивается и так смотрела ее. Мужчине вообще. А? Нет, мужчине вообще. Девушка должна быть загадкой, она не должна быть доступной. Всегда должна быть недоступной. Тогда она очень красивая будет. Конечно, да. Конечно. Спасибо за вопрос. Ключ такой. Если у человека есть очень высокая цель в жизни, то он, имея эту высокую цель, знает, что ему нужно также иметь здоровье, чтобы не двигаться. И в этом ключе он начинает уделять телу столько необходимого времени, сколько нужно. В это время он, когда делает наклоны, он не привязывается к этим наклонам, и поэтому делает столько, сколько нужно. Он спокоен по отношению к нему. Он просто занимает тело тем, чем нужно. Он не привязывается к телесной деятельности. Женщина знает, что ей надо выйти замуж. Но так как у нее есть высокая цель в жизни, поэтому она спокойно относится к тому, выйдет она или нет замуж. Просто она развивает в себе хорошие черты характера, потому что она занимается духовной практикой. И приходит время, и само собой, так как она расцветает, она уже не думает, она успокоилась по поводу замужества, а так как спокойная девушка, означает красивая девушка. Она успокоилась, это значит, что она будет расцветать, не румянец появится на лице, она будет улыбаться. Не обращать внимания, что за ним ухаживают, внимательно смотреть, кого выбрать. Она не будет привязана. Спокойно будет. Понимаете? Богатство. Вот нет таких богатств, которые бы не пропадали. В этом ключ заключается бизнеса всего. Когда бизнесмен нам рассказывал это, как рушится бизнес, они так слушали, потому что это было очень практично. Смотрите, система очень простая. Человек занимается бизнесом. Для того, чтобы развивать бизнес, надо все время вкладывать в него и развивать. Если он тает, значит он погибает. Почему? Потому что надо всегда стимулировать коллектив зарплатой. Так? Самые серьезные специалисты, они, если зарплата меньше, ходят туда, где больше, потому что они себя ценят. Так? Смотрите, система очень простая. Человек, когда в бизнесе находится, бизнес, он идет на подъем и на спад всегда. Он как колесо, он не бывает никогда на месте, он всегда движется вверх-вниз. Когда бизнес движется вниз, то это нужно для увеличение духовности в коллективе, увеличение отношений в коллективе, укрепление веры в то, что мы делаем все правильно. Когда бизнес идет вверх, то это развивает. Так? Но когда человек сильно привязан к деньгам, что происходит? Он верит, что у него всегда будет путь вверх. И когда у него начинается спад, что он делает? Начинает брать кредиты, так как бизнес у него сворачивается в это время, то он, беря кредиты, разрушает его полностью. Потому что он не может их отдать. Понимаете? Система очень простая. И те предприятия, которые в кризис просто стихают, как бы работают на мели, спокойненько живут на мели, потом опять подъем пошел, и они раз легко выплывают. Потому что опытные все сотрудники, команда целая, люди друг друга знают, работа отлажена. Все. Самое главное, все есть. А те, которые набираются с целью, как бы вот, чтобы мы никогда не падали, они хрясь и приехали. Как хочешь денег, получишь фигу. Пример очень простой. Понаблюдайте за нищими, которые стоят на улице. Что вы видите? Сильное желание денег. Почему эти люди не могут устроиться на работу? Потому что когда они начнут заплатить зарплату, в этот момент их перевернет. Потому что они всегда считают, что им надо больше. Человек, который считает, что надо платить больше, всегда лишается работы. Жадность края разгубила. И нищие – это проявление вот этой вот жадности. Но вот теперь взять, допустим, очень богатого человека, как он к деньгам относится? Спокойно. Расчетливо означает спокойно.
он читает, где-то вкладывает, где-то представляет. Он не беспокоится вообще никак. И у него так от природы заложено с самого начала. И он не склонен много тратить на себя обычно, сколько нужно какие-то необходимые вещи. А? А вот у жены другая совсем природа, у богатого человека. У богатого человека все по-другому. Вот она как раз и стимулирует, да, безусловно. Исключение бывает, если жена святая, тогда исключение. Женщина олицетворяет эгоизм мужа, амбиции мужа. Мужчина, допустим, он действует и приобретает положение в обществе. И женщина, она обретает силу этого положения в обществе. Она приобретает такой настрой этого человека, который имеет положение в обществе. И она питает это мужу. Он говорит, ты посмотри, ты же уважаемый человек, как ты разговариваешься. Уважаемый человек. Она, понимаете, она передает ему это настроение, следит за его амбициями. С этой точки зрения женщине опаснее, когда женщина может стимулировать разруху у мужа, который имеет средства. Может стимулировать разруху своими амбициями. Но женщина также является сердцем мужчины, сердцем. Она ему подсказывает, если она правильно настроена, показывает, ему говорит о том, что может разрушить его жизнь. Она внимательно следит за ним. Правильно настроена женщина. Неправильно настроена, наоборот. Поэтому женщина очень важный человек в жизни. Это сердце семьи. Женщина – сердце семьи. Женщины по факту сильнее мужчин психически. Все женщины сильнее мужчин. И основной конфликт в семье, знаете, есть два конфликта в семье, в основном, в семейной жизни. Первый конфликт. Мужчина искренне верит, что он сильнее жены. И поэтому наступает конфликт, потому что он не понимает, что он слабее психически. Поэтому он не должен ее мучить. Он не должен пытаться ее себе подчинить по факту. И тогда в семье наступает гармония. Женщина склонна подчиняться сама. Не природа, а склонность подчиняться. Но если ее подчиняют, она начинает бунтовать. И тогда мужику шансов нет, и что его психика сильнее, чем мужчина, женщина. И второй конфликт заключается в том, что женщина склонна подчинять себе мужа. Она не знает, что она сильнее. Она думает, что она слабее, поэтому всегда добивается превосходства. Она боится, что ее унизит, что мужская сила над ней восстанет. Посмотрите, разумная жизнь, что значит? Женщина знает, что она сильнее, поэтому она подчиняется. Она знает, что всегда, когда надо, она всегда свое возьмет. И она поэтому не беспокоится. Мужчина говорит, с этого дня мы копим на машину. Она говорит, хорошо. Подчиняется. Когда надо ей деньги, она возьмет 100%. Согласна со всем, мужчина расслабляется, и она у него вытягивает всю зарплату. Потихоньку. На дела. Нужные вещи. Вот. И мужчина тоже спокоен. Женщина в подчиненном положении, мужчина спокоен, потому что он как бы главный же в семье. Все спокойно, баланс наступает. Но когда женщина пытается превосходство мужчины культивировать, то он всегда будет как петух себя вести, потому что мужчина не может терпеть, что женщина сильнее. Поэтому даже маленький ребенок, если мать его со злобой наказывает, маленький мальчик, он всегда будет бороться с матерью. Будет всегда пытаться быть сильнее, даже он просто еще маленький ребенок, всегда будет пытаться сильнее матери. Так работает мужская природа. Женщина должна быть смиренной, хоть с большим мужчиной, хоть с маленьким. Она должна смиренно говорить ребенку своему, ты же мужчина. Почему ты так с мамой разговариваешь? Он сразу так.
прости, мама. Он будет мужчиной за это. Или петухом. То есть, если женщина сражается с мужчиной, он петух, и она его никогда не... Его легче убить просто, чем победить. Вот. Или она смиренно себя ведет, он становится мужчиной. Разумным, сильным человеком. Вот теперь с женщиной. Мужчина должен уступать женщине. Это на дороге очень видно. Женщина ведет машину, надо уступать. Иначе будет авария. А? Неправда? Давайте проголосуем. Кто считает, что это неправда? Или человек, кто считает, что правда? Статистика это. Недрезвом виде вы не. Аккуратнее, но женщины, они не могут терпеть ситуацию. Она аккуратнее, но когда, допустим, ситуация какая-то, она быстрее выруливает. Вот, допустим, на стоянке женщина стоит, и надо выехать. Она быстро будет вперед будет выезжать, потому что она не может ждать. Женщина лучше водит машину, я помню. Я с вами полностью согласен. Это правда. Я сейчас не играю, честно говоря. Женщина аккуратнее будет. Поэтому говорю, что женщине всегда надо соглашаться, потому что женщина всегда побеждает. Видите, вы сейчас меня победили. Вот так надо вести себя в семье с женой. Надо всегда очень аккуратно относиться к ее эмоциям и мнениям. Тогда она расслабляется, она не трогает мужчину. Ведет себя смелее, послушнее. То есть смотрите, деликатность женщине означает, что надо очень-очень аккуратно относиться. Очень мягко, она как пушинка должна быть. Вот она эмоционально начала на что-то реагировать. Надо немедленно услышать это и принять свет в себе. Сразу же. И она будет чувствовать себя хорошо и начнет дарить любовь. Заботу, любовь и смирение. Сразу же. Это ее природные свойства. Когда прислушиваешься к мнению женщины, то она сразу же ведет себя очень аккуратно. Согласны? То есть женщины иногда все-таки беспокойны будут себя на дороге. Согласны? Некоторые, да? Согласны? Она согласилась. Так люди налаживают отношения в семье с помощью уступчивого подхода. Мягкого уступчивого подхода они решают вопрос. Женщина должна уважать мнение мужчины, а мужчина должен уважать характер женщины. Ее вот чуткость, ее необходимость в жизни должен уважать. Понятно, да, система? Теперь вопрос, почему этого не происходит? Причина очень простая. Мужчине хочется наслаждаться телом женщины, эксплуатировать ее. И поэтому это желание наслаждаться, которое называется вожделением, оно разрушает понимание хрупкой женщины, и мужчина начинает ей понукать. Это приводит к жестоким отношениям. Женщина обижается, и мужчина злится и так далее. А вожделение женщины, оно проявляется в виде желания эксплуатировать волю мужа. Она пытается с помощью своего вожделения подчинить его волю себе. И мужчина, когда его волю подчиняет, он звереет тоже. Видите? То есть любовь, рождает любовь, означает чуткость и заботу и внимание, а вожделение или желание наслаждаться близким человеком вызывает разлом. Вот об этом здесь и говорится. Богатство, стремление к богатству – это тонкая энергия эгоизма. Смотрите, есть телесный эгоизм, он разрушает тело. Есть тонкий эгоизм. Богатство – это тонкая энергия. Это влияние, это тонкая энергия, влияние, энергия влияния. Богатство создается с помощью влияния. Когда у человека очень сильный эгоизм в сторону влияния идет, то
какой человек становится таким, такой личностью, которую среда отторгает. Понимаете, о чем я говорю? Человек, когда ведет себя очень властно, то это вызывает протест у многих людей. Ему приходится постоянно сражаться за свою власть. Он не может ее удержать, потому что вот сама эта властность, желание наслаждаться властью, вызывает бунт. Понятно, о чем я говорю, да? С другой стороны, когда человек имеет власть, но при этом он как слуга себя ведет, все хотят, чтобы он ее сохранял. Пожалуйста, оставайтесь директором нашего завода, не уходите. Мы без вас пропадем. Почему постоянно заботится о людях? У него есть власть, но она ему нужна для работы. Он говорит, я устал уже, мне тяжело управлять. Пожалуйста, оставайтесь с нами, не уходите. Мы без вас пропадем, так говорят люди. Они говорят, пожалуйста, оставайтесь при власти, никуда не уходите. Почему? Потому что власть в руках того, кто не пользуется ей, это награда для всех людей, не только для этого человека. Все будут счастливы. Но власть сама по себе, она зудит жизнь внутри, заставляет быть гордым, заставляет быть сильным, независимым и так далее. Это испытание. Испытание огонь, вода и медные трубы, да? Огонь это что такое? Огонь это чувство. Когда человек побеждает свои желания, он побеждает желание пить, курить, развратом заниматься. Когда он побеждает свою вот эту вот распущенность психическую, он обретает богатство сразу. Как только человек становится контролирован, начинает себя, он сразу же обретает богатство. Он получает влиятельность на людей. Влиятельные люди всегда люди, контролирующие себя. Вот, допустим, ты приходишь к человеку очень влиятельному и начинаешь рассказывать о какой-то классной сделке. Как он реагирует? Спокойно слушает, слушает. Хорошо, мы разберемся, пожалуйста. Подождите, мы все изучим, потом сделаем вывод. А если он о, классно! Все, значит, он не будет богатым. Это временное явление для него. Понимаете, самоконтроль. Основная функция богатого человека. Самоконтроль. Я всегда себя контролирую. Теперь человек стал богатым. Вода. Деньги это что такое? Вода. Испытание водой. Ну то есть привязался к воде. Что произошло? Поплыл. По течению. Означает. Унесло тебя, браток. Деньги уносят человека. Был нормальный человек, раз деньги унесли. Деньги появились, унесли его человека. Куда его унесли? В плохую компанию, в разврат унесли, в криминал, еще куда-то. Деньги уносят тебя человека. Но он непривязанно к деньгам относится, использует это на благо общества. Победил это испытание водой. Следующее какое испытание? Как только человек побеждает испытание деньгами, каким он становится? Властным, славным или властным. Медные трубы. Ту-ду-ту-ду, ту-ду-ту-ду. Идет такой-то, ту-ду-ту-ду. И власть что дает человеку? Гордость. А гордость это что такое? Это, веды говорят, высшее проявление тупости. Вот если человек обладает очень большими достояниями в плане науки, он ученый, но если он при этом гордится этим, он самый большой тупица. Он не вовсе не образованный человек. Веды говорят, образованный человек, чем образованнее человек, тем он более смиренный. Образованный человек никогда не гордится своими достижениями. Пример Эйнштейн. Я теперь знаю об этой Вселенной, что я почти ничего не знаю. В его словах. Это признак ученого настоящего. Чем больше он остается, счет мир, тем более смиренным он становится. Настоящий ученый. Видите, медные трубы – самое большое испытание. Самая сложность. Так никогда не достигнет того, чего желает, и впадет в то самое, чего хочет избегнуть.
что боролся, на то и напоролся. Хочешь быстрее купить дом, деньги появились, быстрее купить дом. Значит, напоришься на обман. Когда надо покупать жилье? Когда ты успокоился? Как люди покупают жилье хорошо? Само собой. Само собой купили, да? Когда люди плохо жилье покупают? О, вот классный вариант, надо срочно покупать, все супер, классно, быстрее, а то кто-то другой купит. Все, до свидания. Будет подвох. Обязательно. Там будет засада. Почему? Потому что когда человек поддается на одно чувство неуправляемое, как в Агите говорится, одно неуправляемое чувство уносит разум человека. И все виды уничтожения, они основаны на этом. Как уничтожить политика? Надо, чтобы кто-то его полюбил. А еще лучше, если свой человек его полюбит. Тогда этому политику конец. Как уничтожить мотылька? Мотылек больше всего наслаждается светом. Он погибает возле лампочки, обжигается и падает. Как уничтожить рыбку? Рыбка больше всего, она так у нее тупая, тупая такая жизнь. Но у нее чувство вкуса сильно развито. Как она плавает. Но чувство вкуса очень сильно развито. Она все пробует постоянно. Когда она попробовала червячка, она привязывается к нему, несмотря на то, что там колется, она все равно сосет. Вдруг перестанет колоть. И тю-тю. Как уничтожают оленей? Олень больше всего любит звуки. Наслаждается звуками леса. И он слышит лейку. Рожок. Рожок охотник он слышит. Подбегает на звук. Так убивают оленя. У слона он неуклюжий, у него самое сильное чувство, половое чувство. Да, заслонить, а бежит прямо в стойло, не надо ничего делать. Прямо в стойло заслонить, без проблем. Слони пообучают, слон уже там, уже готов. Поняли, о чем я говорю сейчас? Одна только душа человеческая безопаснее всякой неприступной крепости. Почему же мы всячески стараемся ослабить эту нашу единственную твердыню? Почему занимаемся такими вещами, которые не могут доставить нам душевной радости, а не заботимся о том, что одно только и может дать покой человеку? Классно. Мы все забываем, что если совесть наша чиста, мы все забываем, что если совесть наша чиста, то никто не может нам повредить. И что только от нашего неразумения и желания обладать внешними пустяками приходят всякие ссоры и вражда. Вся ругань из-за этого происходит. Что такое ругань между мужем и женой? Она основана на простых вещах. Жена рассказывает мужу, как мне надо, обо мне надо заботиться, а мужчина рассказывает жене, как о нем надо заботиться. Вот представьте, если бы они рассказывали наоборот, были бы ссоры. Муж говорит, ты никак не можешь понять, как я сильно хочу делать тебе приятно. Она скажет, ну-ка. Я хочу послушать. Ссоры не будет никакой. А если он скажет, ты никак не можешь понять, как мне сделать приятное. Сразу будет обида. Видите, ссоры все означают ругань, это означает, что мы свое доказываем. Все. Когда человек перестает свое доказывать, означает совесть. По совести живет. По совести кто живет, никогда свое не доказывает. Свое доказывает только бессовестный. Равнодушие, значит, это равнодушие. Нет, женщина-мужчина спрашивает его мнение. Он соглашается с ее точкой зрения. Ей кажется, что не все. Да, правильно, ему все равно. Потому что она ждет от него мужского поведения. Она не обтекаемого объекта и ждет, а твердого.
без объяснений. Веды объясняют, у вас нет знания женской природы, мужской. Сейчас объясню. Спокойствие мужа не означает уступая. Совсем другое. Сейчас объясню, смотри. Веды объясняют, что женщина, она имеет текучую природу. Она течет. Ее характер течет, настроение течет, постоянно все меняется. Ей нужна опора в жизни. Она не может жить в этом течении вместе с мужем. Она, в ней все течет постоянно, ей это очень сильно беспокоит. И психика течет, характер течет, постоянно все меняется. И нужна твердость какая-то нужна в жизни. Веды объясняют, что мужчина как берега. Чем берега круче, тем река может течь. Так, но когда берега чуть пониже, она как раз натекает в ту дырку, которая там есть. Вы смотрите, женщина постоянно мужа пилит. Берега она точит, да? Когда она его распилила, то что получается? Она теряет себя. То есть она вытекает в поле и высыхает. Женщина всегда, мужчина проявляет настойкость, да? И что мужчина должен от этого делать? Берега должны становиться круче, а не меньше. Круче должны становиться. Мужчина должен становиться сильнее, потому что жена постоянно пустится. Должен сильнее становиться. То есть, и когда женщина говорит, каково твое мнение, что мужчина должен сделать? Должен сказать свое мнение так, чтобы она успокоилась. Должен сказать, да, моя хорошая, ты правильно делаешь. Правильно делаешь. Но здесь есть одна маленькая проблема. Маленькая проблема. Которая на самом деле является большой. Вы должны ей сказать маленькая, потому что если вы скажете маленькая, она прислушается. Скажете большая, она сразу призначить начнет. Потому что есть одна маленькая проблема. Мы должны обязательно купить платье. Но пока у нас нет денег. Маленькие. Если же вы скажете, платье купить, у нас нет денег. Так нельзя, женщина. Надо сказать, да, платье надо купить. Есть небольшая мелочь какая-то, небольшая проблемка. У нас сейчас пока нет денег. Самое интересное, что даже если через год вы точно так же скажете, она не раскроется. Через год вы скажете, ну, опять остается небольшая проблема. Женщина, вы согласны, нет? А? Согласны? Мужчина? Согласен же, платье. Ну, подожди. Женщина может терпеть, ждать. Главное, чтобы он не бунтовал. Да? Когда берега крутые, река хорошо течет, и хорошо там течет. Река должна быть крутые, означает не реагировать на женские эмоции, спокойно относиться. Ой, такие лекции, пойдем на лекции быстрее. Сходи, сходи. Хорошие лекции, хорошие. Я скажу в следующем. Дурак, ты все потеряешь. А? Мужик привлечь на лекции? Очень просто привлечь мужа на лекции. Надо ему сказать. Лекции хорошие. Но на самом деле он говорит все то же самое, что ты мне говоришь. Поэтому тебе не обязательно ходить. Может дома оставаться, я пойду послушаю. И так как вы так сказали, он скажет, ну я тоже тогда учусь. Слушайте.
Вот прямо запомнили фразу, прямо так и скажите. Все очень сработало. Дальше слушаем следующую фразу. Если твое самолюбие страдает при воспоминании о том, что в былое время ты пренебрегал мудростью, самолюбие страдает при воспоминании о том, что ты пренебрегал мудростью, не жил, как живут возвышенные люди, и ты едва ли стяжаешь себе славу мудреца, то не тужи об этом. Если ты не прослывешь за мудреца, то это наоборот лучше. Будь доволен, если можешь теперь сейчас же начать жить, как того требует твоя совесть. Прямо сейчас надо начать спокойно, тихонечко жить, как требует совесть. Прямо сейчас. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. То с этого момента жизнь потечет в правильном русле, и она притечет к мудрости обязательно. Мудрец — это не тот, кто стремится к мудрости, а тот, кто прямо сейчас живет по совести. Все. Каждый день. А не завтра. Когда ты видишь, что человек заблуждается, не гневайся. А мы уже об этом говорим. Пойми, что нельзя нарочно заблуждаться. Мы вчера говорили. Следующая тема — счастье. Нельзя заботиться одновременно о своей душе, вот это счастье тема. Нельзя заботиться одновременно о своей душе и о своем развитии в миру, развитии, социальном развитии. Одновременно невозможно заботиться. Если хочешь мирских благ, откажись от души. Если хочешь уберечь душу, отрекись от мирских благ. Иначе ты будешь постоянно раздваиваться и не получишь ни того, ни другого. Теперь интересно, если человек привлекается к душевным благам, он получает мирские блага или нет? Это закон. Это закон. Всегда он получает мирские блага. Потому что мирские блага приходят к тому, кто развивается как личность. Забота о душе дает настоящее развитие, и это всегда приводит к победе. Поэтому в древней культуре ведической до 14 лет детей не учили никаким профессиональным навыкам вообще. Им давали только нравственное образование до 14 лет, а после 14 лет начинали уже профессионально обучать. У нас какие лет профессионально обучают? 7. Нравственное образование дают до 40 лет. Вообще не дают. Каким ты был, таким ты и остался. Видите, как мы хорошо в людей вкладываем? Да? Мы не делаем то, что меняет человека к лучшему и развивает его как личность. Почему нет знаний? Мы считаем, что самое главное — это профессиональное образование. Поэтому все стремятся отдать своих детей в Кембридж, там, Оксфорд там и так далее. И думают, что вот это и есть самое главное. Ну, кроме, конечно, как стоит еще одна интересная. Понимаете, о чем я говорю? Или нет? Что человек, который имеет нравственную силу, что ему трудно обрести профессиональную силу? Трудно? Нет. Поставил себе цель и сделал это. Нет проблем. Нравственная сила – главная сила. Все остальное – это второстепенно. Не надо так много уделять времени профессиональному образованию. Нужно духовное образование поставить на первое место. Дети, если в институте учатся средние, то постоянно занимаются духовной практикой, работают над собой. Знайте, что эти дети, они будут лучше специалистами, чем те, которые очень сильно все учат и внимательно все сдают экзамены. Я знаю одного такого человека, который учился в институте плохо.
Знаете, я чем занимался там? Я там постоянно лечил всех. Постоянно. Есть минутка к пациенту какому-нибудь, пытаюсь ему как-то помочь, там в кроватке сажусь и пытаюсь помочь. Я начал чувствовать, понимать тонкое тело человека, начал чувствовать. Я начал с помощью тонких методов на точки нажимал, пытаюсь, на точки нажимаю, помогал людям. И много результатов было хороших уже в студенческие годы, но я не ходил на лекции вообще. И у моего проектора по учебной части разбился сын с 5 этажа, упал, был мастером спорта на фехтовании, тут его толкнул, пьяный какой-то крокодил, столкнул его с подоконника, на нем сидел. И тот улетел вниз, но остался жив. И отец его был по специальности, ну, сейчас есть, травматолог. И он буквально сшил своего сына, то есть он там очень много операций сделал. И он сделал имплантант в руку и костную мозоль сюда поставил. И он не срастался. Все остальное срослось, а вот здесь не срасталось. И он понял, что обычная медицина не поможет. И он подошел к своей знакомой по доктору наук, по микробиологии, по гистологии. И сказал, у нас есть в институте кто-то, у нас есть знакомый кто-то, кто может народной медициной лечить. Она говорит, у нас есть один студент, который хорошо лечит народную медицину. И она меня привела к нему, я начал заниматься с его сыном, и в это время пошли улучшения у него здоровья. И в это же время меня подали на отчисление за посещение лекции, мой декан. А так как он проектор по учебной части, он смотрит мое ведическое. Карточка. У него на столе, на отчисление. Он взял эту как бы, карточку себе домой внес. И пригласил его в гости к себе, в Ватикан. Когда он пришел, в это время я там работал с его сыном. И он говорит, этот Ахламон, что во время лекции это делает? И он говорит, Надя Петрович сказал, это не Ахламон, это мой лечащий врач. Прошу любить и жаловать. С этого момента меня никто не трогал. Был на 4-м курсе. Все, тишина в студии. Никто не обращал внимания, хожу я на лекции, не хожу. Бог защитил меня. Оставил мне возможность учиться. Поэтому очень важно развиваться как личность человека с раннего возраста, как личность развиваться.